Госкомпания «Автодор» в течение года проведет в регионах социологические опросы о качестве сервиса и тарифной политике на платных федеральных трассах, следует из материалов сайта госзакупок. Исследования будут проводиться в несколько этапов – до первого квартала 2024 года включительно. По результатам опросов госкомпания хочет получить рекомендации по корректировке действующих расценок и на участках, где планируется введение оплаты, а также по дополнительным тарифным предложениям, абонементам, скидкам, программам лояльности. Среди регионов, где могут проводиться исследования, «Автодор» называет Тверскую, Московскую, Новгородскую, Ленинградскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую и Калужскую области, а также Краснодарский край.